где в центре и столице узнать о культуре Таджикистана всего за каких-то 15-20 минут. Добро пожаловать в музей этнографии Душанбе. Я немного слукавил, сказав, что посещение музея займет всего 15-20 минут. Уверен, что у вас уйдет гораздо больше времени, поскольку экспонаты настолько яркие и увлекательные, что от них невозможно оторвать глаз. Но давайте начнем по порядку. Музей этнографии был открыт в 1981 году в центре столицы, где находится и по сей день. Вход в музей платный – 5 самани для граждан Таджикистана и 10 самани для иностранных туристов. Я легко оплатил вход через мобильное приложение FMFB Mobile первого микрофинансового банка Таджикистана. Это было легко, быстро и безопасно. Фонды музея начали формироваться с конца 40-х годов при отделе этнографии Института истории, археологии и этнографии Академии наук. На сегодняшний день музей содержит одну из богатейших в Центральной Азии коллекций исторических предметов культуры и быта народа Таджикистана. Коллекция включает более 1000 единиц хранения и является крупнейшим в мире собранием этнографии таджиков. Ее отличают масштабность, комплексность, а также точность и детальность научных атрибутов. Экспозиции музея включают образцы глиняной посуды, коллекции мебели, ювелирных изделий, кухонных инструментов, предметов национальной одежды и многое другое. Здесь можно увидеть экспонаты со всех регионов Таджикистана. Все имеет свою историю, даже ваши платежи. А чтобы они были максимально удобными и безопасными, установите приложение первого микрофинансового банка Таджикистана. А также зайдите в любое отделение и оформите себе карту Visa для международных переводов в более чем 60 стран мира. Среди наиболее ценных предметов коллекции – женские украшения конца 18 века, коллекции текстиля и одежды 19 века, произведения кузнецов, гончаров и резчиков по дереву. Уникальность коллекции заключается в том, что она представляет все многообразие таджикской культуры. Экспозиция раскрывает специфику традиционной культуры таджиков на основе богатых и полных коллекций. Экспозиция размещена относительно на небольшой площади – всего 250 квадратных метров. Однако многие памятники культуры показаны в комплексах, что создает не только визуальный, но и познавательный эффект. Вы даже не представляете, как красиво и уникально таджикская культура. Это доказывает музей этнографии в Душанбе. Это нужно видеть собственными глазами. Музей этнографии в Душанбе – настоящий подарок для тех, кто хочет узнать больше о культуре таджиков и углубиться в ее корни.